Рекламный ролик «Уроки жонглирования булыжниками», дубль первый. Здорово, парни! Если вы хотите получить свою коллекцию, вот такую замечательную фотографию, на которой прекрасная незнакомка улыбается вам, то тогда вам необходимо научиться жонглировать булыжниками. Если вы хотите получить вот такую фотографию в вашу коллекцию, вам необходимо научиться жонглировать булыжниками. Если вы хотите получить вот такую фотографию в свою коллекцию, вам необходимо научиться жонглировать булыжниками. Не буду повторяться, но чтобы такая фотография украсила вашу коллекцию, вам нужно, конечно же, научиться жонглировать булыжниками. Ну и если вам нужен венец апофеоз в вашей коллекции, то тогда учитесь жонглировать булыжниками. Для того, чтобы научиться жонглировать булыжниками, возьмите 3 булыжника, оживите их и следуйте инструкции, которую вы сейчас увидите. Взяв 2 булыжника в одну руку, один в другую, начинайте жонглировать примерно вот таким образом. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцам шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки и знакомой тете пчелки шила мягкие подушки и платочки 2 из шелка. Как-то волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горю. И теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. После того, как вы научились жонглировать примерно вот таким вот образом, вы можете идти и делать вот такие замечательные фотографии. Если вам понравилось мое предложение, звоните по телефону 8-962-682-66-06 в Петербурге. Заходите в группу ВКонтакте «Уроки жонглирования булыжниками». Гуглите, смотрите. Всем рекомендую, кому понравилось.